Ответственный сотрудник или заботливый отец. Пока одни выбирают между карьерой и семьей, Ивану Белову удается совмещать оба звания. Вечерами и по выходным он заботливый муж и отец. В будни днем старший научный сотрудник конструкторского бюро ядерного центра. Работа очень увлекательная, творческая, интересная. За что хочу выразить отдельную благодарность нашим руководителям за их неравнодушный, творческий тоже подход. У Ивана четверо детей, две девочки и два мальчика. И все они абсолютно разные по характеру. Кто-то любит читать книги, кто-то заниматься спортом, кто-то играть в развивающие настольные игры. Но Ивану это нравится, и он не настаивает на том, чтобы дети увлекались каким-то одним конкретным занятием. Один мой знакомый многодетный отец сказал, что у детей лежит душа к тому, той нише, которая не занята другими детьми. Поэтому они сами найдут свой путь развития, да? А наша задача их направить. Старшей дочери Вере 8 лет. Вместе с младшей сестрой они приняли решение, что будут хорошими помощницами родителям в домашних делах. И пока мама нянчится с полугодовалым Мишей, девочки моют за собой посуду, убирают в своих комнатах, помогают со стиркой. А вечером всей семьей играют или делают домашние задания вместе с папой. Он добрый у меня, он меня хорошо воспитывает, ну и он помогает мне. Иногда, если что-нибудь у меня сломалось, тогда он что-нибудь починит. Ивану приходится много работать, но, несмотря на это, он не считает, что все домашние хлопоты должны лежать на плечах супруги. Он с уважением относится к ее труду и старается помочь при каждой возможности. В воскресенье они играют, отдыхают на природе, гуляют по городу. Неважно, чем заниматься. Главное, в кругу родных, считает Иван. Потому что время, проведенное с семьей, бесценно. Мария Ирунич, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.